Всем привет, дорогие зрители! Я приехал в район Тосмор. Хороший проект. Видовая двухуровневая квартира. Вид на крепость Алани. Кусочек видеть море. Вид на горы. 4 плюс 1. Также вид на море с этой стороны. Квартирка продается под ключ. Огромная терраса. Здесь у нас огромная территория. Есть водопады. Бассейн. Первый, второй внизу. Если вы видите. И третий с горкой. Но его сейчас чинят. Там вот, огромная терраса. Сторона южная, западная. Айда тут 300 лир. Есть фитнес, сауна. Но они пока не функционируют. Не знаю, когда включат. Здесь у нас гостевая комната наверху. Первая спальня. Хозяйская спальня, она огромная, где-то, скажем, 20 квадратных метров. Вот. Большая. Уже с этой стороны. Два санузла в квартире, это первая и вторая на нижнем этаже. Большой санузел. Здесь где-то 7-8,5 квадратных метров. Полезная площадь. Спускаемся вниз. Ну, здесь немножко нужно покрасить. Угу. Есть кладовка. Стиральная машинка фирмы Bosch. Санузел уже 15 квадратных метров. Спальня это 15 квадратных метров. Кондиционер Самуи, старенькая. В стенке есть сейф. Маленький балкончик первый. Вид на всю эту красоту. Там зона пикника, беседки. 1, 2, 4 или 5, 6 даже беседок тут. Два раза в день включает водопады. Проект был сдан в эксплуатацию в 2009 году. Второй санузел полноценный. Место, чтобы поставить нужные вещи. Спальня, значит, сколько спальни стало? Две наверху, две внизу. Есть открытая парковка, также у этого здания есть крытая парковка снизу. Если будут свободные места, можете оставить машину. Бытовая техника фирмы Bosch. Siemens, посудомойка, гостиная комната совмещенная с кухней, здесь где-то минимум 30 квадратных метров, 30-35 между ними, и большой балкон, который вы можете застеклить, вот видите, как застеклили. Цена этой квартиры 257 тысяч евро. Есть маленькая скидка.
Так, вот открытая парковка снизу, генератор, три генератора. Рядом есть сеть магазинов А101, сеть магазинов ШОК. Где-то отсюда 600 метров в четверг устанавливается рынок района Тосмор. До песчаного пляжа максимум 1000 метров. Там подземные проходы в районе Тосмор. Звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-91-10. Значит, у нас здесь два лифта. Два лифта. Этаж, как бы, 10-й, 11-й. Два входа, один отсюда, один скрытой парковки внизу. И вот здесь, если вы видите, вот бассейн с аквапарком. Но его починят. Следующий сезон включат. Всем пока-пока.